Ну ты машина вообще. Школа Дон Вирса. Всем привет! Сегодня у нас необычный видос. Сегодня не будет лютых дрифтов, не будет стенсеров диких. Будут другие лютые чуваки. Будут ребята, которых мы снимали самых первых в нашем экстремальном видеосъемочном становлении. Это ребята, которые прыгают паркур, фриран и все такое. Поэтому, если ты ярый фанат дрифта, то через неделю будет влог с дрифтом. Не ставь дизлайки, да, а то просто тебя не покарают. Еще раз, что у нас вообще по плану? Мы сейчас идем вниз на дерево, потом идем на пески, потом идем фриранчик прыгать. И жестко. Во, вот этот пункт мне больше нравится. Я буду ждать, пока прыгнет Илья. Journey now, no way I could turn around. Try to leave the ground, so the notes wanna hold me down. I'm on a journey now, no way. Я прям тяну и в камеру стою смотреть. Try to leave the ground, so the notes wanna hold me down. Look, peace out to the haters who ain't think that I would make it this far. I believed in me, now look where we are. Я домой! Отлично, первый раз сделал. Так ты сегодня не бабка, братуха. Вчера не пил пиво, вот поэтому. Ну я могу бахнуть. Давай два! Как обычно, наверху. Пойдем. Мне еще надо, блин, шнурок в эти вставить, нахуй, в шорты, чтобы прыгать. Пусть слетает, вот пока хочет. Все равно застопы. Да там не видно ничего. Конечно, подмонтировали. Типа на изи сделай, ты ж кайфуешь. Ну да, все. Мы же по кайфу же, ну типа, зачем пытаться сделать быстро?
скорость она потом придет. Как писать, как печатать, как на клавиатуре работать. Да, One Love в душе, просто кайфу есть же. Коля, ну ты пиздобол. Ну ты знал. А пахнет шашлыком, да. Стой. Ну ты же лет 10 назад уже эту мелодию играл. Да. Что изменилось в твоем битбоксе за 10 лет? Стабильность, залог успеха. Стабильность. Ты то есть отработал, да? И тебя была. Я отработал именно пуф, вот это вот. Пуф! Ну, пум-пыщ, пум-пыщ! Пум-пыщ! Ясно. Ты мне друг, поэтому не буду говорить, что плохо получается. Вообще, да. Если ребята будут отрицать свое знакомство со мной, ребят, знаете, что и Егор, и Артем, все мои друзья, иногда даже мне звонят. Так что, если кому-то там захочется отречься от меня, то не получится ничего. С***а! Где Егорик? Не знаю. Наверное, снимает какие-нибудь трактор. Трактор? Братишка, я тебя научу правильно произносить слово трактор. Мы здесь пришли посмотреть вот это великолепное архитектурное сооружение. Здание 1832 года. Да, по стилю барокко. Мы видим вот этот характерный фронтон. Тромбон. Поднимаю ногу маховую, хватаю вот эту ногу и пытаюсь в прогибе выкрутить его. Поняли, да? Конечно, понял. В общем, движуха здесь будет. Вот тут? Если типа в замедленном снимать, то, наверное, эй, снимайте, я все. Я ладно. Понял, что я никакого делать. Давай, братан. Вот отсюда постараюсь мощно сильно выпрыгнуть винт ролл. Ага. Приблизительно куда-то сюда приду. Ага. Плюс-минус. С кувырка встану, спущусь вниз, и вот там дальше внизу уже что-нибудь закончу. Да, еще, честно, не придумал, то есть походу буду там снимать, пока бегу. Это. Я их не чувствую. Тебе скажут, с окна прыгни. Ты что, с окна прыгни? Зачем ты меня слушаешь? Я их не чувствую. Там скоро. Послушай, есть ли там сердцебиение? Ай, больно. Тихо. Вроде есть. О, зашевелил. Сейчас переснимем. Эй, экстремист. Че, лень с собой рельсы таскать, да? Вот они. Вот перил кладу. Везде есть рельсы свои. Все, может, конечно. По траве скатиться, вон Колян по показывал. Говне, по говне. По говну, да. О, письмо. С рук Денера, блядь. Ну, типа, да. Там, да. Ты такой стоишь, потом вперед, типа, немножко, и ваш да, Денер. Чего, на ру... Стоишь на руках, короче, везде. И с рук Денера. Так вот делал уже так. Да ты сумасшедший, блядь. Ну, я думаю, типа, если я упаду, то есть кому меня тащить до больницы. Блин, зря мы поехали сюда. Да, наверное.
оставляйте пост на потом. Тут моя обитель, зазываю в гости в свой дом, где мы крутим танцы, как вальсы. Все въедается, как отпечатки на пальцах. Мы востри уши, ман не зли, Шамбала не спит. Сотни лиц у шамана слит, я мала на сплит. Это то, куда летит души монолит. Одиссея 2001 под бубна гимн. Ноги в песке. Да? Я Урсула, давай трешку. Да ты реально можешь три. Бля, ты так долго готовился, что я решил, что ты не будешь. Это недолго. Да? Да, типа я... Ничего он там тебе дает. Через... Ибо я пою под барабан свой тайлакон. Главное, меня услышь ты тогда. Да прибудет сила там, наверное, слышу, мой брат. Плечи надо, просто развернуть плечи. Именно на саму задку. Вот, ну вот тут, если я плечи разверну, то пойдет задка. Ну, будем еще раз пробовать, что делать. Что, ты почувствовал себя живым? Я счастлив. Спасибо. Здорово. Вам за это. Да, вам всем подписчикам, которые подписаны на Николая. Вот, ссылка на него в инстаграме. Подписывайтесь. Все, кто любят пуркур, фриран. Мы живы, жив. Мы еще живы. Yeah. И будем жить. Yo, big on the pack nines, enough respect, my branch in them, see? I ain't know some of my friend, I'm a branch in them. And I'm branching them, I'm a branch in still. Yeah, yeah, this? Come on! You can't count on me. But some man don't know about loyalty. We see them every day, how them a move booty. I want to treat like royalty. So I may have to push on for them activity. Try take my free food, but me say clearly. I try draw me in a them town full of routine. Them smart, but them not smart like me. Watch out for them. Так, что такое? Это для вируса. Вирус мне... Как-то раз вирус сказал, что я неплохо открываю Red Bull, но недостаточно хорошо. Я хочу исправить эту ситуацию. Закрыто. Мне кажется, это не банка пшикнула. Привет, мальчишки. Попробуем еще раз. Давай, перезаезд. May have a few friends with me, none more than that. Because friends may have them solid as a rock. And me run the one them want, come stab me on me back. And the one them when need me when, them like what? You can't buy me friendship, like a stack. I even for me to a shop, and I buy back. If you still me have a bitch, I'm going to bring to a dock. Yeah, you know me and you go with your back. Make it when me keep it. Бабушка Николай. Да? Что произошло? Ножки болят. Ты мажешь этим дикулем? Звездочка, фастум гель, диклофенак 5%. Балтику проливаю на ногу иногда. Да, компрессики делаю, внутренние, снаружные. Мочевидные? Обязательно. А, кстати, приятно находиться на какой-то заброшенной территории, слышишь, как собака гавкает. Ощущение? Очень приятно. Ощущение чудесное. Да. Давно я не ощущал вот эту вот паркур-движуху, со спот на спота походить, да, там сальтушки всякие, пуркур. Очень клево. Пойдем, заткнись. Давай, Чидар, говори какие-нибудь пару слов. Чидар – это человек, который что-то умеет и выебывается этим сильно. Вот. А когда другой не умеет. Да.
Подписывайтесь на канал, ставьте лукасы и... Коля Лукину. Че, ты будешь, будем что-нибудь говорить в конце? Да, ждите на следующей неделе дрифт. Встретили Серегу по дороге, вспомнили, что он очень хотел нашу новую кофту, серую Real Street Drift, и сейчас он ее получит. Здравствуйте. Смотри. Конечно. Обратно не буду переодеваться. Слушай, реально, видно меня. Я-то крутой вообще. О, теперь тепло будет зимой. О. А, ты же все время в кофте, блин, тусил. Да. Теперь без соплей будешь в кофте. Потому что кофта у нас мягкая, очень теплая и вообще долго ходит. Вот. Да. Вон, Колян сегодня мне сальтушки делал в сторону. Кофта поплавала от отрыва руки, блин. Ну, на секунду, покажи там капот. Светильник, светильник. Сейчас все будет, сейчас. Что-то ты даже как-то быстро это все сделал. Или кажется так? Ну, блядь, у меня... Короче, ставил 4 дня я. 4 дня? А коробка подключение со всеми. Ну, коробку переварил. А, переварил, та же самая коробка. Конечно. Даже обычная коробка строит. По кайфу. Круто. Что нынче джезет стоит? 100 тысяч? Да. Дорого. Дорого он стоит нынче. Сука. Ну нормально. Ну я надеюсь, ты не собираешься ставить какую-нибудь огромную турбину, мозги какие-нибудь другие. Но в этом году точно нет. А дальше посмотрим. Ну да, ну лишь бы ездила. Серьезно, потому что знаешь, понаставить всякую, а потом не могут настроиться, капец. Ну да. Да. Красава. Молодец. А Радик тот же? Да. Круто. Круто. Поехали. Молодец. Оп. Оп. Слева. Оп. Давай. Слева. Поган. Постановка хорошая стала. Потому что кофта была хорошая.